Я не мог. Странно, машина на трассе не ушла, они запускают ногу. Ну да, еще и на лебедке, блин. Смотри, как он течет. Побудок. Волчара, давай! Это Денчик? Да, да, да. Офигеть. Это он живает. Лапки, блин. А второй вон едет еще, смотри. Джимник-то. Да, да, да. В паре попал, видишь, не в скорость. Ну, ну, это сейчас по телеку было. Я стыдаюсь. Пожалуйста, пару вопросов. Подсадите наверх. Девушку? Не, меня. Куда наверх тебе подсадить? Ну, не слазить сейчас придется, потом вылазить. Хорошо, давай подсадим. Залезай. Приймаєте участь, так, змагання? Важливі якісь технічні штуки? Ну, в принципі, проходимість залежить від розміру колес, тому такі колеса. Чим більше розмір колеса, тим менше давлення на почву, тим легше переїхати в якусь аплікацію, і за счет этого получается, що чим більше... Желания нету, если честно. Это он перекачал, это самое. Лег накачать колеса, Руслан, и уснул. Там по-другому анекдот этот звучит, но в целом идея ясна. А то на драйве меня уже банят за мои эти ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну да, я как бы эмоции там. Оба, квадрокоптер ввязался в борьбу. А тут кто быстрее доставит бухлом на охоту? Уже говорят, ему там кто-то шутил, что говорит, ты подготовил, Паша снял, а ты продал. Ой-ой-ой! По-моему, поймал зубами руль. Уделали! Зрители, надо толкнуть! Вы их так подстрекаете, что они сейчас пойдут. И все как бросились толкать. Ну да, это что, Зиловские мосты? Что? Зиловские мосты. О, вон и ГАЗ-66. Из ГАЗ-6, да? Вон стоит на скалке. Эвакуируют, типа? Вон подписан номер, слушай. Ну так эвакуируют. Этот Лапландер. Да. Это военный этот Лапландер. Или у него мог там что он. Блин, приходится вот так мне проворачиваться. Сейчас по крыше УАЗа. Блять! Блять! Вот это кино! Вот это кино! Он, по-моему, бухой этот оператор. Очко, блин, каменное у чувака.
сантиметр от него проехал. А видишь, какой он, видишь, какой он седой, блин? Ты что ж такое? Совсем седой. Реально сантиметр от него. Он еще так отошел спокойно, так в последний момент такой. Да он там в глазок просто думает, кто-то пришел, блин, пойду посмотрю. Это как Артема тоже в прошлом году на стиральной доске или где там, тоже чуть не это. Интервью можно взять тебе? Привет.